Всем привет, я Адонис, мы продолжаем проходить Resident Evil 7. Мы побежали по этому страшному мрачному туннелю за бабушкой, ну или за матушкой. Посмотрим, куда она нас привела. Она стала похожа на какого-то паука. Подобие тех, которых она на нас натравливала. Что это за свет? Так. Это какое-то новое место. Ценная фотография. В унитазе что-то там есть. Ага. Скорее всего, тот унитаз в туалете. Так, где эта фотография? Еще раз глянем. Унитаз, где много окурков. Туалет, где много окурков. Такое место не помню. А, задание, кстати, указано. Не смотрел. Так, откройте дверь на втором этаже старого дома. Долейте Маргариту, изберите у нее фонарь. Найдите ингредиенты сыворотки. Ага. И Маргарита зовут. Там второй вход был еще. Так, одолейте. Надо было, наверное, гранатомет взять. Сколько травы. Разделитель нам нафиг пока что не нужен. Твердое топливо. Блин, у нас дофигища всего. Места нету. На патроны сначала тратить. Мягко, кстати, спустился. Ага. Заперто. Газ. Так, камин. Не, ну просто кладка. Не, похоже, камин тут был. Пистолетные патроны еще. Ну, пистолета 26 патронов. Ворота. Что с ними делать? Ладно. Пока не будем трогать. Сейчас будет схватка наподобие как с дедом. Так. Блин, я ж все, их обжег. Мрази. Так, эпоксид сильный. А, ну это обратно. Блин, зараза. Прямо в рожу. Ладно, что у нас с жизнями? Зелененькая, хорошо. Огнеметик. Складывать некуда.
Блин! Зараза. Пистолет в самый раз тут. Хотя дробовиком тоже хорошо было бы. Ой, блин, упал. Ты зараза. Чё ж ты делаешь? Кусается? Давай, стреляй, Итан. Ну хватит смотреть на руку. Убежал. Так, все, ты любишь огонь, да? Вечный огонь осветит тебя. Зараза. Больно, да? Сволочь, как она сколько жизней сразу вынесла-то? Ну, мы ее хорошо сейчас прожарили, до корочки прямо. Так, она сверху может падать. Сколько ж тебя жарить-то надо? Ну, чувствую, тут как с дедом будет. Где ты там? Блин, отливает, по-моему. Или гадит, я не знаю, что он там делает. Звуки гадкие, конечно. Мерзкое это. Так, у нас уже патронов мало. Кстати, пустые ячейки появились. Можно пособирать. А аптечек нету. Припекает, да? Ну что ты будешь делать? И сразу столько жизней. Давай, побежали, Итан. Да блин! Ну. Мы ничего сделать не можем, блин. Где аптечку-то найти? Летные боеприпасы, офигеть, сейчас нужны они. Там гадит. Фу. Так, теперь будем ее с дробовика. Да. Сейчас она придет. Блин, последний промах был. Перезаряжайся скорее уже. А, не получилось на этот раз.
Слушайте, ну это жесть какая-то. Может, ее не надо бить? Сражение тут, конечно. Все патроны потратил уже. Я просто не представляю. Да блин! Эти мухи. Все плохо. Но ох, как все непросто так. Так, аптечку еще сделаем. Ну. Блин. Мухи эти сейчас вообще. Откуда вы полезли-то? Летают, главное, вокруг. По идее, им чуть-чуть опалишь крылья, все, они летать не могут. Ладно, я понимаю, это все волшебное здесь. Блин, я ж ее сжег в этот момент. Ну, вставай огнем уже ее, господи ты, боже ты мой. Да. Ах. Надо выложить лишнее, сходить, наверное. Подготовиться хорошенько. Так, хорошенько подготовимся, сделаем сильных аптечек. У нас есть эпоксиды. Эпоксиды, то есть. Твердое топливо тоже не помешало бы. Но... То есть у нас получается три обычные, три сильные аптечки. По оружию тоже вопрос. Пистолет, ну как. Какой-то он урон ей наносит. Возьмем, пусть тоже будет пистолет. Ножик, не знаю, ну пусть будет тоже. Иногда надо разбивать всякую хрень. Так, три свободные у нас ячейки получается. Что тут у нас еще есть? Порох нам не нужен, психостимуляторы тоже. Твердое топливо есть, но эпоксида нету. Возьмем твердое топливо, эпоксид там мы найдем. Гранатомет брать, он столько места занимает, всего два выстрела, не знаю, не знаю. Хотя он урона наносит, наверное, много. Ну, у нас совсем не будет места. Не, не будем брать. А, кстати, фотография это ценная. Вот то место. Туалет с, с патронами. Так, а сколько у нас монеток, кстати? 6 монет. Может купить вот эту хрень для перезарядки? 5 монет всего лишь. Здесь 9 для этого пистолета. Для перезарядки надо купить. Это нам поможет. 5 монет.
Блин, надо все-таки по очереди монетки закидывать. Да, бабка сложная. Стабилизатор. Хорош. Уже напичкали себя этой хренью всякой. Так, монетка. Эти монетки, конечно, места много занимают. Но они полезные очень. Ну что, бабка, держись. Мы идем. Можно еще посмотреть нижний проход. В хорошем смысле этого слова. А, нет, тут фиг пройдешь, понятно. Так, ладно, сначала тратим пистолет. Что у нас тут лежало? Твердое топливо, да? Ага, надо теперь эпоксид. Разделитель. Не, разделитель нафиг. Что у нас там? 150 и 100. Не так уж и много на самом деле. Вообще патронов получается мало. Потому что на бабку надо столько всего. Так, там сзади пауки будут. Надо их заранее обжечь. Наверное, потом снесется по сюжету. Снесутся эти ворота. Пистолетные патроны, хорошо. Ладно. Психостимуляторы. Используем их. Так, сразу обжигаем. Все. Ага. Сильный эпоксид. Так, ну. С одной стороны, конечно, нужен нам, а с другой лучше по обычной тогда. Сухое топливо бы смешали. Эта штука нам не нужна. Ну, гранатомет бы помог. Блин, я не то оружие взял. Ну, хорош. Так, а топливо хоть, да, в одну ячейку кладется. Трава, мы можем сделать сильную аптечку. Тут раз аптечек у нас. Ага, можно туда еще вниз спуститься. Там много всего интересного. По-моему, я слышу. Беги. Зараза. Так, ей что-то там не понравилось. Где она?
Сволочь. Блин, разобраться бы, как правильно с ней воевать. То я уверен, я что-то не так делаю. Ну, где ты там? Да блин, муха это. Мне кажется, что туда надо стрелять. Это логично. Японцы любят такие вот места всякие. Я имею в виду, чтобы у боссов. Не то, что японцы любят задницы. А то, что японцы любят, чтобы у боссов были места такие. Тут она прыгнуть собирается. Хорош. Так, огнемет. Правильно? Где ты? Блин, она облегчается где-то. Может, ее надо теперь бить, когда она облегчается? Так, и поплохело, по-моему. Бежала. Чё, ты прыгнуть хотела на меня, да? А, ушла в это. В камин. Санта-Клаус. Да, я ж в сторону отошел. Хреново, да? Ползает туда-сюда. Прыгнуть собрался. Через стену? Прикольно. Ладно, будем знать. Надеюсь, он не сильно использовал аптечку. Как, по-моему, прыгать собралась? Ну, скоро ты уже там подохнешь. Блин, опять откладывать там что-то. Зараза. Блюет или, я не знаю, облегчается, ну. Тут хорошее место.